теперь мы, соответственно, вырезаем на плоттере ту надпись, которая появится на футболках. Станочек. За станком должен быть обязательно квалифицированный оператор. Вот он сидит. Чик. Должен быть помощник оператора. Вот он. Добрый. Итак, наш следующий этап — перенос пленки на саму футболочку. Вот у нас есть термопресс. Замечательный. Определенная температура должна быть. Уже вырезана, подготовлена надпись. Монтажная пленочка. Ну и, собственно, устанавливаем поверхность. Зажимаем. Пожалуйста. 50 секундочек держим. Смотрим, что получится. То, что у нас получилось. Первая. Вторая. Третья. Четвертая. Пятая. Шестая. Седьмая. Восьмая. Девятая. Десятая. Футболки могут быть совершенно любого цвета. Цвет надписи тоже, а также любой материал. Блестящий, яркий, золотой.